Real Stories Tapes True Crime is your new true crime podcast fix. In our first season, we'll explore suspicious deaths at a California hospital and a skydiver landing dead on a suburban driveway with a bag containing guns, drugs, and night vision goggles. To join our investigation, search and subscribe to Real Stories Tapes True Crime on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you find your podcasts. Россия – страна с необъятными территориями и колоссальными природными богатствами. Она занимает лидирующее положение в мире по добыче нефти, газа, запасам пресной воды, леса, золота, платины и алмазов. У нее одна из сильнейших армий мира, и при этом в России до сих пор не решена проблема сиротства. Нельзя считать эту проблему решенной в стране, где 650 тысяч детей живут без попечения родителей. Из них около 120 тысяч в детских домах. Ежегодно около 3000 таких детей обретали иностранную семью. Но внезапно иностранное усыновление было приостановлено. Дети-сироты стали заложниками больших политических игр, коррупции и равнодушия взрослых. Живешь в детском доме, говорить о детском доме нет никакой возможности, вообще не надо об этом говорить, потому что мне кажется, что это всегда какая-то фальшь. Смотрите! Смотрите!
есть много способов, чтобы сироты были как все. Вот. Ужас-то не в том, что там тебя колотят или там что-то с тобой там делают такое там непонятное. Ужас в том, что ты там не человек. Александр Гизалов рос в детском доме и знает о жизни там не понаслышке. Он один из немногих, кто по выходе из детдома выжил, социально адаптировался и обрел профессию. Но главным делом своей жизни Александр считает помощь таким же, как он, сиротам, попавшим в систему. Давайте, звоните, буду на связи. Давайте. Спасибо, спасибо, спасибо. Государство выделяет там, ну, не меньше 25 тысяч рублей в месяц. В год там до 400, до 500 тысяч стоит ребенок из детского дома. То есть это ребенок-заложник этой системы. А система, она тебя жестоко встраивает в те промежутки, параметры, в те рекреации, зоны, где удобно будет системе, а не тебе. Система тебя просто, ну, опрессует. А потому что если ты будешь активным, ярким и позитивным, то системе будет сложно с тобой. Потому что тогда придется самой системе быть качественной, насыщенной, духовной, нравственной, ответственной и так далее. А в связи с тем, что там вот этих некоторых пунктов просто-напросто нету, получается, что тебя подстраивают под то содержание, которое есть у системы. Отстреливайся. Те деньги, которые поступают, они на самом деле до ребенка-то не доходят. Они там повисают в зарплатах, там еще в чем-то, еще в чем-то. То есть это такая экономическая зона, сталкер такой, откуда сложно вообще что-либо вывести. И поэтому туда заваливается огромное количество денег, которые совершенно неэффективны. Ну, например, там взять Подмосковье, на 42 детских дома, там 45, 3 миллиарда рублей в год. 3 миллиарда. Это же огромные деньги. Вообще Россию испортили деньги. Денег много, толку мало. Поэтому это такая история, что дети просто заложники этого безграмотного менеджерского подхода к их судьбам. Деньги, дети, деньги, дети, дети, деньги. Это все, все очень банально. Огромный детдом на несколько сотен человек – это просто градообразующее предприятие в каком-нибудь маленьком поселке, где другой работы просто нет. Более того, она сейчас выстроена так, что директор детдома заинтересован в том, чтобы у него было как можно больше детей-сирот. Александр Колесниченко – известный журналист и усыновитель ребенка из детдома. Вот уже несколько лет он борется с порочной сиротской системой. Чем больше детей, тем больше у них финансирования, тем больше там контракты на питание, одежду. А если ты, как директор, там, делаешь все для того, чтобы, не знаю, приходили люди, знакомились с детьми, становились приемными родителями или опекунами, или, то... Ты ставишь свой детдом под угрозу закрытия, весь свой коллектив под угрозу разгона. То есть, если у вас нет детей, черта вы нужны. Мебель, одежда, продукты, строительные материалы. Все необходимое для детских домов приобретается через систему государственных закупок. Проследить, куда на самом деле уходят государственные средства, очень сложно. Слишком много заинтересованных лиц в этой цепочке. Из 5 триллионов рублей, потраченных на госзакупки, 1 триллион тратится нецелевым образом. Давайте скажем просто русским языком, воруется. Причем есть специалисты, которые говорят, что это еще оптимистичная оценка. Так это примерно работает, да. Чем больше
контракт, чем больше сумма, тем больше денег из нее можно украсть. Как ни парадоксально это звучит, система детских домов создана скорее для компаний-поставщиков, а не для детей-сирот, которым часто не хватает самых необходимых вещей – памперсов, средств, гигиены, одежды, а иногда и продуктов. Есть какие-то крайние случаи, связанные, очевидно, просто с дикой, жуткой коррупцией, когда по итогам там, работы детдома за год выясняется, что на содержание одного ребенка тратится там несколько тысяч евро в месяц. Деньги, за которые, в принципе, вот этих детей можно взять и там, с нянечками и воспитателями вывести в пятизвездный отель на море и оставить их там, вот, кушать фрукты, набираться сил. Несовершенство этой системы каждый день наблюдает уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, лично подотчетный президенту Владимиру Путину. Для меня важно следующее. Я чувствую поддержку людей, с которыми я работаю, во-первых, в том числе людей, которые меня назначали, которых я уважаю, с которыми я работаю и буду продолжать работать. Я чувствую поддержку детей, с которыми мне приходится общаться, я их защищаю. Однако сиротская система на сегодняшний день настолько закостенела, что справиться с ней не под силу даже чиновникам высшего ранга. Сидит передо мной руководитель детского дома, много лет руководитель. Я говорю, скажите, пожалуйста, уважаемая там, Анна Ивановна, условно, сколько у вас детей? Она говорит, 81. Я говорю, сколько в прошлом году вы устроили в семью? Ни одного. Я говорю, а почему? А им у меня лучше, говорит она, и ставит руки в боки. И вот у этой женщины, директора детского дома, хозяйство огромное. У нее 5 машин и автобусов, 5 водителей, соответственно, 3 бухгалтера, 2 массажиста в штате, медицинский блок. Красота! Зачем она будет детей отдавать, когда у нее подушевое финансирование? И это проблема. В результате администрация сиротских учреждений финансово заинтересована в том, чтобы детей в детских домах было как можно больше. Детей удерживают там специально и объясняют, что хотеть в семью не надо. Но самое страшное произошло, когда вновь обострились отношения между Россией и США. Политический скандал сыграл на руку сиротской системе. Что же послужило поводом для ухудшения и так напряженных отношений двух держав? Формальной причиной стала смерть русского мальчика Димы Яковлева в американской семье усыновителей. Ребенок погиб в 2008 году, но тогда на его смерть никто не обратил внимания. И только 4 года спустя власти России приняли закон, который решили назвать именем Димы Яковлева. Russian President Vladimir Putin has signed a controversial law banning American citizens from adopting Russian children. The anti-adoption law, which has been approved by the upper chamber of the Russian parliament, is named for Dima Yakovlev. В российских средствах массовой информации эта цифра 20 детей, погибших в американских приемных семьях за последние 20 лет, стала символом мучеников, жертв антироссийской политики США. По закону Димы Яковлева было запрещено усыновление российских детей американцами. Но не только. Что на самом деле скрывала за собой эта мера? Закон называется «О мерах воздействия на лиц, нарушивших основополагающие права и свободы человека, запятая, права и свободы граждан Российской Федерации». Здесь, в редакции одной из ведущих российских газет, где со стен на тебя смотрят призраки прошлого, журналист кремлевского пула Александр Колесниченко пытается найти ответ на вопрос, кому в действительности было нужно принятие этого закона. Я напомню, что этот закон вообще-то был ответом на американский акт Магнитского, по которому каким-то нашим чиновникам запретили въезд в США и пригрозили отъемом активов, денег в американских банках, вилл, квартир,
в какой-нибудь теплой и красивой Флориде. Окей, принимаем аналогичный закон. И до кучи появляется запрет на усыновление. Но, к сожалению, в законе написано, что точно так же усыновление будет запрещено и в другие страны, если они каким-то образом нашим чиновникам запретят въезд или начнут отбирать виллы и счета в банках. Вне зависимости от того, как в этих странах обращаются с усыновленными из России детьми. Если все называть своими словами, то этих детей, которых потенциально могли бы усыновить в Германию, Францию, в Италию, их взяли в заложники. Еще с советских времен, когда думать иначе, чем большинство, считалось непатриотичным, все откровенные разговоры о политике люди вели на кухне. Вот и Александр о наболевшем говорит с женой именно здесь. Эти две темы вообще никак не должны были пересекаться. Ситуация с актом Магнитского, с правами человека и усыновлением, будь то Европа или Штаты, должны были обсуждать отдельно, в разных законах. Бог с ним, если бы решили запрещать усыновление конкретно в Штаты, можно было бы это сделать более цивилизованно. Можно было дать возможность всем, кто уже начал этот процесс, его закончить. Дети уже, которые сидели у своих будущих возможных приемных родителей на коленях, этих детей сделали по второму разу сиротами. Зачем это надо было делать? А если я понимаю, что это ребенок с инвалидностью, которому, если не семья, из которой вот у меня его оторвали, то ему ничего не светит. Ему не светит просто ничего. Ему светит поход по этапу. Дом ребенка, детский дом, специализированное учреждение для взрослых. Все. Выхода нет. Приемный сын Александра Колесниченко Тимур не помнит родную мать. Александр и Юлия взяли его из детского дома, когда он был еще младенцем. Теперь у него есть бабушки, дедушки, старшая сестра Полина и настоящее детство. Помнишь, я тебе рассказывала, что ты в чем животике родился? Ну ладно, Тимош. Ну, кого родился в животике? У тети. У тети родился в животике. Неузнакомый. Неузнакомый тети. Как? А потом что? Потом ты сказала, это мой мальчик. Потом искала, это мой мальчик. Пришла к тебе и сказала, это же мой мальчик. А так его искала. И что дальше? Забрала его. И забрала. Только закон только начал приниматься. Меня трясло от названия, меня трясло от цинизма происходящего. Вот. И когда пришел Саша, я сказала, Саша, а вот ну что, я не уверена, что как-то подействовал на Сашу, конечно, но просто вот что тебе стоит вот завтра? Что тебе стоит завтра? Спросить ведь то, что, о чем мы думаем, что у нас... что не дает нам спать, что о чем думают и говорят сейчас все люди. И, собственно, задал вопрос именно по этой теме. Господин президент, Александр Колесниченко, аргументы и факты. Я сам усыновитель. Вне зависимости от внешнего политического контекста, я считаю поправки, которые приняла вчера Госдума, и запредельными, и неадекватными, и... извините, людоедскими. Принявшие этот закон люди говорят, что у нас уже достаточно средств для того, чтобы ухаживать за своими сиротами, достаточно желающих усыновлять десятки тысяч оставленных детей. Это не совсем так, или совсем не так. Более того, я скажу, мне кажется, что они нас и вас обманывают. Вся наша система, для всей этой нашей сиротской системы, усыновители – это, с одной стороны, угроза, с другой стороны, обуза. И лично для меня шоком-то был как раз последний шаг, когда мы пришли в суд на пустом месте, столкнулись и с нарушением закона, и с унижением. Спасибо большое. Значит, что касается вчерашнего решения, я свою позицию уже определил, я с вами не согласен категорически. Во-первых, еще раз повторяю, речь идет не о конкретных людях, а об отношении американских властей к проблемам в случае возникновения неординарных ситуациях, связанных с нарушением прав ребенка и совершением уголовных преступлений. Они просто не допускают российских представителей к этим проблемам, даже в суд не пускают в качестве наблюдателей. И я считаю, что это неприемлемо. Вы считаете это нормально? Что же здесь нормального, если вас унижают?
Вам это нравится? Вы садомазохист, что ли? Но страну не надо унижать. То, что вы усыновили ребенка, честь вам и хвала. И я надеюсь, что вашему примеру последуют многие и многие люди. Вы действительно душевный и порядочный человек, если так сделали. Это правда. Я понимаю, что я говорю. Вышли тысячи горожан. Однако, несмотря на массовые протесты, закон вступил в действие. Aussi, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Moscou hier pour protester. Many supporters and many those who are against it. It's quite a dividing issue now in Russia's society. Запрет американцам был только началом. Негласно приостановили усыновление в страны Европы, в том числе в Германию и Испанию. В одной только Испании 150 семей, которые уже познакомились с сиротами из России, под разными предлогами получают отказы. По данным экспертов, работающих с сиротами, среди детей, которых должны были усыновить иностранцы, много больных. Доживут до 18 лет не все. До 30 почти никто. 60% из них будут изнасилованы или сексуально использованы. Подвергнутся побоям 80%. Лишены нормального детства 100% детей. Прошел год с тех пор, как приняли закон. Люди, неравнодушные к судьбам сирот, продолжают работу. Юлия, жена Александра Колесниченко, задавшего неудобный вопрос Владимиру Путину, работает в благотворительном фонде. Ежедневно она и ее коллеги делают все, чтобы система не пополнялась новыми сиротами. Бывают, матери отказываются от здоровых новорожденных. Но в первую очередь родители оставляют в роддомах или сдают в детские дома детей с особенностями в развитии. 15-16 лет назад статистика была чудовищная. По нашим данным, количество отказов было 95% от детей с синдромом Дауна. То есть 95% детей с синдромом Дауна становились сиротами при рождении при живых родителях. Потому что врачи часто из лучших побуждений говорили, то же самое, тот же миф, который мы сейчас обсуждали, что не пойдет никогда, не заговорит, не узнает тебя, будет овощем полным. Зачем это нужно? От тебя уйдет муж, от тебя отвернутся все друзья, ты еще молодая, родишь десяток. То есть зачем калечить себе жизнь? Это я цитирую слова, которые очень часто до сих пор помнят очень многие наши родители. Сейчас в Москве, спустя столько лет, ситуация поменялась. Поменялась, конечно, к лучшему. Количество отказов сейчас по Москве где-то 40%. Конечно, по сравнению с 95% это огромная разница, но когда мы понимаем, что это все почти какой-то второй ребенок, становится очень страшно. Неправильно думать, что россияне не усыновляют. Конечно, я один из них. Неправильно думать, что россияне не берут тяжелых детей. Они берут тяжелых детей. Но все равно этих случаев не хватает. Эти случаи по-прежнему гораздо меньше, чем детей. Вот. Детей с синдромом Дауна в России берут очень редко. Очень-очень. Прям. Эти случаи, прям действительно исключение. Сложно подсчитать, сколько детей осталось в семьях благодаря Юлии и ее коллегам по фонду, и сколько раз еще им придется спасать кого-то от сиротства. Прямо во время съемок ей на почту пришло письмо с просьбой о помощи. Я получила одно из писем от некой Катрины, которая пишет, что мы старались установить маленькую девочку с синдромом Дауна из Санкт-Петербурга. И вот видео, где она с нами,
пожалуйста, найдите, помогите нам найти семью для нее. Она очень умная, и я знаю, что ей будет прекрасно в семье. И дальше мы видим видео, фотографии. Это вот одна из семей, которая не успела. И вот этот прекрасный синий бан-пропеллер. Ты видишь папу с мамой, не молодых, обычных, которые пытаются... Они нашли общий язык, они играют, они улыбаются, они рассматривают книгу, они играют в мяч. Они очень трогательные. Ты понимаешь, как бы это могло быть? Что ничего не мешало. Наташа – одна из тех, кто попал под действие закона Димы Яковлева. Сейчас девочка в интернате, а ее несостоявшаяся мама за 1000 километров от нее. Катрина Моррис, написавшая письмо Юле Колесниченко, живет в Калифорнии. У Катрины и ее мужа Стива 3 родных сына и приемная дочь Невея, девочка из неблагополучной американской семьи. We decided that we would like to add another little girl to our family. When I was looking online and I happened to see kind of the conditions that children with special needs have in orphanages, so we decided that we would go to Russia, and we put in our paperwork to be able to adopt a little girl that had Down syndrome between the ages of 3 and 7. And we're just excited to be able to have her come be part of our family so Nevea could have a sister. Когда Катрина и Стив впервые прилетели в Санкт-Петербург для знакомства с девочкой, им казалось, все будет хорошо. Well, Natasha, it was time to go outside and play. And so they brought her to us to this room that just like had couches and we had a couple little toys. And she was so mad. She was kicking and screaming and she did not want anything to do with us. We blow up this beach ball and Steve blows it up and he goes to play with her. And all of a sudden, she's our best friend now. We sat down with her on a bench and we showed her a book. And I asked her, I said, you know, do you want to play with the ball or do you want to look at the book? And she signed book and I said, can you say book? Now they had told us that she doesn't speak at all. She understands the Russian language, but she doesn't speak. And she said, book. And so we pointed and we showed her our dog and our house and, you know, the boys, our 3 boys and Nevea, our other little daughter. I think part of the reason that when they said Natasha doesn't speak is that nobody really asks you a question in an orphanage. Nobody says, do you want to eat? What would you like to eat? Nobody asks you those questions because they have lots of children to take care of. So you sit down and they say, it's time to eat, sit down. They say, this is what you're going to eat. They say, this is when you're going to go to the bathroom. So you don't really need to learn to speak if you have Down syndrome because nobody's really speaking to you. So when we were there actually speaking to her, very nice. High five. Right. So I think that she is very bright and would be able to learn to speak if she actually felt like somebody cared what she had to say. Катрине захотелось как можно быстрее забрать ребенка, начать с ней новую жизнь. Она решила назвать девочку Наташей, а прежнее имя Лера должно было остаться в прошлом. Больше она не будет Лерой, сиротой, неговорящим инвалидом. Теперь она будет любимой дочерью Наташей. Я
точно знали, что в следующий визит в Россию обязательно заберут Наташу. Но им снова пришлось собирать все необходимые документы. А когда все было готово, случилось то, о чем Катрина до сих пор не может вспоминать без слез. On Natasha's birthday, the little girl that we had met, December 19th, 2012, the Russian government sent to Parliament the law banning Americans. And basically our hopes were crushed on that day. Russia's upper house of parliament voted unanimously, 143-0. Russian President Vladimir Putin has signed a controversial law banning American citizens from adopting Russian children. La ley antiadopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses, recién aprobada por la Duma, es conocida como Dima Yakovlev. We understand that Russia has issues with some of the things that are happening to the children here, and we agree that those things need to be taken care of, that there need to be steps taken to make sure that these children are protected. But I don't understand the rationale that there have been many, many children adopted by American families that have been treated extremely well. There are children right now who are adults who are winning Special Olympics, and many of them are doing wonderful here in America. So it just didn't make sense all of a sudden for them to just say no, no more adoptions. And it especially didn't make sense to families who had already flown to Russia once and met the child and bonded with the child. And now you have children sitting in orphanages trying to figure out what they did wrong. Why did my mama and papa not come back for me? What did I do to deserve this? Вот молодец, еще двумя пальчиками. И... Ну не балуйся. Вот так, вот, молодец. Покажи, как ты делаешь. Вот. Это наша маленькая героиня. Девочка, о которой мечтают Катрина и Стив. Покажи банан. Сколько бананов? Ей и этим детям повезло, потому что они попали в один из лучших российских детдомов. Директор этого детдома, Валерий Осикритов, исключение из правил. Он делает все возможное для того, чтобы дети были счастливы. Вот что он говорит о семье Моррис. Ну, это чувствуется, что это не случайная семья, потому что вот не получилось, закон не позволил им это сделать. Но люди бы повернулись бы и продолжали жить своей жизнью и забыли бы о всем. Они пишут такие письма, мы читаем и плачем, когда читаем их письма, как они ее любят, как они переживают, как они ее постоянно они думают, вспоминают. Они знают, что да, что у нас хорошие условия. Это их успокаивает, с одной стороны. С другой стороны, они все равно мечтают о том, что рано или поздно она будет с ними. Я считаю, что это неправильное было решение о том, чтобы лишить возможности иностранным усыновителям усыновлять наших детей, потому что, к сожалению, наши семьи таких тяжелых деток не берут в силу не потому, что мы хуже. Нет, там просто люди имеют ну, больше условий, может быть, в государстве больше возможностей. Давай я сложу. Давай. Мама, иди сюда, я хочу к тебе. Ни один детский дом самый идеальный, самый замечательный не заменит ребенку семью. Семью, это понятно, тут никакого даже не может быть и спора. Потому что природа, сущность человека такова, что каждый хочет иметь маму, папу. Показывай фонарики какие-то.
That's the one, and this one's the gold, right here. All right. KB roll, take four. This one's the gold. And it goes. And this one is the other one, the tallest one. Говорят, под Рождество сбываются мечты. Но мечте семьи Моррис привезти Наташу в ее новый дом не суждено было сбыться. И хотя к приезду девочки все было готово, подарки пришлось отправлять по почте. Her orphanage said that we can send this dress to her. Don't you think she's going to look pretty in it for Christmas? And we're also going to send a bunch of hats for all the children in her group. Little hats so that their heads don't get cold. What would you like to say to Natasha? Does she have a family? She doesn't have a family, does she? Why? Because she lives in the orphanage. And where is her family? I don't know. Maybe it's far away. Far away, huh? But we want it. Did you want to be her sister? I can. She's my sister. She's your sister? And I'm her friend. Очень страдала, когда принимала решение о голосовании «за». Но сегодня нет никаких сомнений относительно правильности того решения. Все вот эти вот рассказы о том, что вы лишаете наших детей на нормальное, хорошее, обеспеченное будущее, это все блеф. Мы не имеем права лишать их родного дома, родной страны, возможности изучения родных традиций, приобщения к истории той страны, в которой они родились. И сейчас вот видите, мне кажется, наступает такое отрезвление в обществе, что действительно мы правильно приняли это решение. Ведь таких случаев, о которых мы только знаем, 20 убитых детей. За последние 20 лет в США погибли 20 российских сирот. Но нигде не приводится другая статистика. В российских семьях за это же время были убиты 200 приемных детей. Сколько сирот ежегодно умирает в детских домах – закрытая информация. Пресса, телевидение и интернет сделали из погибших в США сирот сенсацию, из людей другой национальности – врагов. Людмила Петрановская, лауреат премии президента Российской Федерации, психолог, долгие годы работавшая с сиротами, стала невольным участником этой информационной войны. Это пиар. К сожалению, наша тема стала темой политпиара, и это катастрофа. Потому что, с одной стороны, мы всегда с коллегами мечтали, чтобы она перестала быть маргинальной и табуированной, да, чтобы она попала в фокус общественного сознания. И вот она попала. Но при этом попала не как тема про детей, а как тема про политпиар, как тема про то, кто круче, там, Россия или Америка. Речь идет не только о погибших детях, их 19 человек, но и тех сотнях детей, над которыми и сейчас, в этот данный момент, продолжаются издевательства в американских семьях. Когда дети идут как расходный материал, да, в политических каких-то разборках, понятно всегда, лес рубят, щепки летят всегда. И это, понятно, всегда бывают жертвы. Потому что действительно дети просто были использованы как разменная монета, да, в том, чтобы там вести чисто политические разборки, выслужиться перед начальством, доказать там свою национальную гордость или еще что-то. США на глазах всего изумленного мира развязывают одну бойню за другой. Так, видимо, разрешаются интересы золотого миллиарда. Но для войн нужен человеческий материал. И даже если 1/10 детей-сирот будут замучены, использованы на трансплантацию органов или для сексуальных утех, то все равно хватит тех 50 тысяч, которые потом будут вербоваться для войны, может быть, даже и с Россией. Многими политиками был взят курс на борьбу с внешним врагом.
Ведущие парламентарии стали активно продвигать полный запрет иностранного усыновления, обосновывая это аморальностью и деградацией других наций. После запрета американцам негласно приостановили усыновление и в европейские страны. Сколько детей пострадало от этого? Простая математика. Ежегодно около 1000 детей уезжало в США. Около 800 в Италию. 600 в Испанию. 300 во Францию. Итого, через 10 лет количество детей, потерявших шанс на семью, достигнет, по самым скромным подсчетам, 30 тысяч. Раздражать там Саша. Давай! Зарплата. Еще 10 не давай. 29. Ищи себе ребенка, выбирай. Один из тех, кто поддержал идею запрета, Валерий Хатюшин, поэт и главный редактор журнала «Молодая гвардия». Дело еще в том, что под видом больных детей в Америку сплавлялись здоровые наши дети на самом деле. Их оформляли как больных, отправляли здоровых. Вот. И опять же они исчезали там бесследно. И никто не знал, где они и что с ними там происходит. Как стало известно, в Америке существует уже детский концлагерь, куда вот как раз и поставлялись наши дети. Наши многие дети просто идут на органы. И об этом уже много было публикаций и в печати, и об этом расследования телевизионные были. Это было показано. Усыновители американские, они сразу же, после того, как это происходило, освобождались от всех налогов там, в Америке. И они очень быстро восполняли потраченные деньги. Вот. А если еще и удавалось этих детей сбагрить на органы, то они вообще становились миллиардерами. Валерий Хатюшин следит за телевизионными новостями. Как и полагается поэту, он переосмыслил увиденное и написал стихи. Его художественные образы вдохновляют многих россиян. Мы доигрались, мы дожили, мы докатились, мы дошли, свой дом насквозь распотрошили и ничего не сберегли. В умах безмозглая свобода, под общий смех повальный мор и равнодушная природа глотают молча наш позор. Паскудный сброд погряз в разврате, и алчность властвует людьми. И ждать ли Божьей благодати стране, торгующей детьми? Борьбы, сами дети оказались забыты, а их проблемы стали лишь темой для пропагандистской машины. Так политики решают свои глобальные задачи. Интернет тоже стал удобной площадкой для этих целей. К закону Димы Яковлева отношусь очень положительно, так как знаю, как наши дети, которые отправляются на проживание на место жительства в Америку, адаптируются, в общем-то, сложно там, и знаю, что контроль со стороны правительства за такими семьями, которые берут наших детей на воспитание, не на должном уровне. А вообще-то непонятно, а почему мы и раньше это разрешали? По-моему, все возможности есть у нашего государства, чтобы таких детей содержать. Я поддерживаю как вот гражданин Российской Федерации, как вот работник этой системы охраны детства, я поддерживаю этот закон. В интернет были выложены ролики, в которых высказывались директора детских домов, поддержавшие закон.
Так кто и как работал с пропагандой в сети? Живу я в городе Южно-Сахалинск. Меня зовут Глухин Егор Петрович. Моя должность – заместитель руководителя Сахалинского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России». Я полностью отдаю себя работе «Молодой гвардии». Вот здесь находится наш штаб. В маленьком небольшом помещении, но... Вот здесь мое рабочее место. Здесь я очень часто провожу свое время. Егор Глухин называет себя маленьким человеком. Работа на политическом поприще ему нравится. Она открывает хорошие перспективы на будущее. Я помогал в предвыборной кампании, участвовал, там раздавал флаера, агитирование, вот именно разговор с людьми. Ну и затем вот сейчас уже вырос, как бы за полгода неплохо вырос. Если что-то делаешь постоянно, то тебя, естественно, заметят, ну и не оставят просто так. Давайте посмотрим видео. В общем, как бы постоянно поток уже выбор детей. У нас есть много семей в России, которые желают. Результат работы Егора и его соратников по молодежному движению – десятки видеороликов с сотрудниками детских домов. Егор уверен, что вносит свой вклад в строительство будущего России. Я против того, чтобы наших детей усыновляли американцы. Я считаю, что у нас в России достаточно, во-первых, русских, которые могут усыновить детей. И я все-таки верю тому, что показывают по телевизору. Принятие закона Димы Яковлева является очень важным шагом, что обеспечит безопасность наших российских детей. Нет доверия к иностранным усыновителям, в частности, к американским. Та информация, которая проходит о жестоком обращении наших детей, является недопустимой. Поэтому мое личное мнение является вообще запретить передачу детей на семейные формы воспитания в американские семьи. Зачем американцам русские дети? Ну, я считаю, что они берут детей из каких-то корыстных побуждений. Из каких, я не могу сказать. То, что мы видим по телевидению, то, что мы видим, то, что нам показывают сегодня, это, мне кажется, всего лишь та маленькая часть, которая есть на самом деле. В Соединенных Штатах Америки относятся спокойно к тому, что наших российских детей издеваются над ними. Есть случаи насильственной смерти. Большинство людей в стране верят информации в российских СМИ и высказываются против иностранного усыновления. Но не все журналисты пишут и рассуждают в ключе холодной войны. Александр Колесниченко отстаивает право детей на то, чтобы ими, а не политическими играми, занималась власть. Окей, у нашей власти появилось желание пробудить какой-то мощный патриотический порыв. Я вижу, как этот патриотический порыв пошли по самому простому, видимо, пути, пробуждают за счет каких-то не самых светлых, что ли, иногда чувств. То же самое касается детей. Нам громко сказали, это наши дети, мы их никому не отдадим, мы их воспитаем сами. Наговорили много громких слов, запретили усыновление штаты. А что сделали для того, чтобы этим детям стало чуть легче в стране? Мы неравнодушны к своим детям. И, на мой взгляд, только мы с нашим менталитетом, вот российской такой широкой душой, можем помочь нашим ребятишкам. У меня сегодня уже в детском доме осталось 15 детей. Мы их отдаем за границу сами, можно сказать, без работы. И сегодня из 19 детских домов осталось только 2,5 по области. Русские мир.
Многие там после выхода из детского дома оказываются в тюрьме. Ну, это известный же факт. Ну, вот что еще нужно сказать, чтобы понять, что вот то, как это работает сегодня, оно дальше работать не должно. Система довольна, что дети достались ей, и их никуда не надо отпускать. Эти сироты будут в детских домах, в тех самых, где на каждого сироту ежемесячно переводятся большие деньги. Они останутся там. И вообще дети – это не игрушка и не какой-то товар. Почему мы их должны отдавать куда-то за границу? Это наши русские дети. Они должны жить в России, должны любить Россию, должны быть настоящими патриотами, россиянами. В России, но никак не за границей, ни в Америку, никуда. Только здесь, только дома. Желание растить детей на родине в российских семьях естественное и понятное. Но будут ли россияне брать сирот? Вот цифры проведенных в России опросов общественного мнения. Запрет на иностранное усыновление поддержало 70% населения. Запретить другим – да, а взять самим. Только 15% готовы задуматься об усыновлении. И только 1% это делает реально. Подавляющее большинство россиян не хотят приемных детей. Мы кричим о том, как мы любим Россию, как мы любим наших детей, и при этом самым жестоким образом продолжаем ежеминутно следить за тем, как они мучаются. Непрерывно каждый день продолжаются трагедии в жизни этих детей. Для некоторых детей эти трагедии заканчиваются смертью. Именно так и закончилась история мальчика по имени Кадыр. Ребенок должен был уехать в американскую семью, но закон был принят, и он остался в казенном учреждении. Алена Сенкевич, работая в агентстве по иностранному усыновлению, общалась с потенциальными родителями Кадыра. У нее на руках осталась фотография того периода. Ребенок с синдромом Дауна, но хороший, благополучный, по виду такой какой-то любящий, теплый ребенок. И я, честно говоря, очень за него порадовалась, потому что даже американскими усилиями все равно мало кому так везет. Закон вступил в силу, и Кадыр остался в России. Алена долгое время ничего не знала о его судьбе, пока однажды не нашла в базе данных новое изображение мальчика. Вот если вы посмотрите, вот на этой фотографии ребенка держат не на руках, а видите, он на ремне. Он пристегнут куда-то, чтобы он не бился там. Это показывает на самом деле отношение в учреждении. С ним обращаются, как я не знаю, с кем, с узником. Кадыр остался в детском доме. Казенные дети с такими особенностями долго там не живут. Алена не может навестить могилу Кадыра, поэтому приносит цветы сюда. Мало кто знает, где хоронят сирот, умерших в детских домах. Это кладбище – одно из редких мест, где можно увидеть могилы сирот, захороненных по-человечески.
Время шло. Для Катрины Моррис было невыносимо осознавать, что она ничего не может сделать для Наташи. И она снова прилетела в Россию. На этот раз вместе со своей знакомой Рене Шмидт-Томас, которая около 5 лет назад усыновила русского мальчика. His name is Jack, and he is from Kursk, Russia. We adopted him, and he's been home for 5 years. Теперь она пытается увезти из России его родного брата, который живет в одном из детдомов под Курском. His biological brother is Nikolai. He is a year and a half there. He is now 5. Воссоединение братьев стало для нее смыслом жизни. Рене и Катрина могут говорить часами о судьбе их несостоявшихся детей. I just know, I keep thinking, people thought, you're crazy to go. Why are you going back? You know, you can't even see Natasha. Why are you going back? But I just told them, one, I couldn't go to her orphanage and have her be sad that I was leaving again. And so, you know, I just said, but I have to come and try and find a family for her. Катрина прилетела в Москву, чтобы устроить дальнейшую жизнь Наташи. Либо уговорить чиновников отпустить девочку, либо найти для нее новую семью здесь, в России. Наконец, Катрина встретилась с семьей Колесниченко, которые, как могли, помогали ей и другим людям, пострадавшим от закона. С Катриной согласились встретиться только те, кто сочувствует ей, но ничем не могут помочь. А политики, от которых зависит судьба Наташи, отказали ей в приеме. Желающих удочерить Наташу пока нет. Катрина и ее подруга уезжали из Москвы ни с чем. I don't understand how a government could pass a ban like this. The Duma, the state Duma, you know, they don't even know what they signed. They don't even understand what they signed. I wish I could go in and talk to them and make them try to understand that, yes, we know, we understand that there have been bad cases in the US, and we know that, but what do they want us to do to prove that we would be good mothers? What could we do to help them understand that we really care about these children? I think perhaps the message is getting confused between our leaders and their leaders. You know, President Obama still has not ever actually addressed this officially with President Putin. But I feel like it's two children in a playground, you know? No, my way. It's like, why, for the good of the children, why can't they come together? Can you imagine? I mean, I could never imagine not having a family, not having a mom or a dad, someone to tuck you in at night when you're scared. You know, someone who actually loves you and isn't just paid to be your caregiver. Why can't people not see that that's not okay? That is not an okay way to grow up. Growing up in an orphanage, even if you're well provided for, is not a way to grow up. Катрина мечтает встретиться с представителями российской власти и задать этот вопрос лично, но она никогда не получит такого шанса. Это станет для нее возможным только в пространстве нашего фильма. Но если вернуться к нашей конкретной девочке Лиле... Ну, опять вставить на позицию, как я сказал. Ну, покажите это самого несчастного ребенка-инвалида и скажите, вот людоедское государство не выпустило его в Америку. Хорошо, замечательно, но вы все-таки... Нет, вы хотите, подождите, давайте, вы меня не наседайте, вы от меня сейчас хотите, чтобы я сказал, Лера завтра пойдет в семью. Не пойдет завтра Лера в семью. Ну, если есть сейчас конкретные люди, которые готовы ее взять, разве нельзя сделать? Пошире можно взглянуть вообще на мир? Вот, на мир можно взглянуть пошире? Вот все время опять, я вам начал говорить о том, что почему все время сужается все вот на конкретно. Вот. Людей, совершенно верно, найдите таких людей в Санкт-Петербурге, которые возьмут Леру.
найдите. Вы не хотите работать. Вы не хотите заниматься судьбой этой девочки, зациклившись на американцев, который пришел и сказал, я ее заберу. Да, хорошие люди, не спорю. Но исключения из этого соглашения, из этого закона нет и не будет. А вы не способны работать на своем месте. Вот в чем проблема. Переключитесь, пошире взгляните на проблему. Я уверен, что можно найти приемную семью. Не из Санкт-Петербурга, из Чечни найдем. Через несколько месяцев после возвращения домой Катрина получила официальные ответы в России. Он ставил окончательный крест на возможности забрать Наташу, которую до сих пор зовут Лера, и которую пока никто не хочет взять в семью. It's high as you wish, it's quick as an elf. You'll never outgrow it, it stretches itself. So climb any mountain, climb up to the sky. My love will find you. My love can fly. In the green of the grass, in the smell of the sea, in the clouds floating by at the top of the tree, in the sound crickets make at the end of the day, you are loved, you are loved, you are loved, they all say. You are my angel, my darling, my star. And my love will find you wherever you are. Mommy loves you, Natasha. And my love can reach you. And my love will find you. Политический контекст, сложная международная обстановка, геополитические расклады, экономические выгоды и интересы государств всегда делали простых людей жертвами обстоятельств, превращая каждого из нас в казенных детей. Said, go down, Moses, Moses.